Городские власти Симферополя так и не смогли обеспечить тепло в домах столицы. На начало ноября, это уже как две недели после законной даты начала отопительного сезона, 89 многоквартирных жилых домов Симферополя остаются без тепла. Об этом сообщил так называемый начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Олег Сальцин. Из 1247 жилых домов фактически отапливается 1158. Из 53 дошкольных учреждений нет тепла в 4 из-за ремонта теплотрассы. Также нет тепла в 11 учебных заведениях, но до конца этой недели оно появится. Не греют батареи и из-за прорыва теплотрасс в 11 учреждениях здравоохранения. В начале прошлой недели в крымской столице не отапливалось более 70% жилого фонда. Наладить подачу тепла так называемые городские власти обещали до 1 ноября. С отоплением ничего у нас просто нету. Холод, да как живем, как моржи, вон, смотрите, одетые ходим в носках этих. Все тапки, все носки. Спим как? По двумя, по тремя одеялами. Ребенок маленький. Ну, это самое. Не отапливается. В доме все сыро. Холодно уже. Очень холодно. Не начинали. Я сегодня попробовал. Воды в этом самом нету. В системе отопления. Одеваю несколько этих самых теплых свитеров. Вот и это. Спасаемся. Сохраняемся хорошо. Ну, холодно как. Пару одеял и спим. Холодно в комнатах, все греются газом, кто греется электричеством. Это расходы для людей. Естественно, при наших зарплатах, а в основном живут пенсионеры, им тяжело. Потому и жалуются, пишут в разные инстанции. Ждать, когда же батареи станут теплыми, симферопольцы устали. Говорят, многие готовы выходить на несанкционированные митинги, чтобы обратить на себя внимание.